нас, Бельская, при Марии, значит, заболел, значит, результаты теста положительного вчера были у Шмульского, у вице-примара, и еще у 3 сотрудников. Сегодня протестировали первые 50 человек из примарии. То есть каждый день должны из нашей ходить по 50 человек сдавать тест. А вообще, как бы тест должны сдать 247 сотрудников. И вот буквально 10 минут назад пришли результаты. Из 50 сотрудников примарии у 37 подтвержден COVID-19, коронавирус. Вы представляете, еще раз говорю, из 50 подтвердилось у 37 работников примарии. Это люди, у которых не было симптомов. Как Шмульский, вице-примар, он находится дома на лечении, но его как бы даже лечить не начали, потому что у него вообще никаких симптомов нет, и как он говорит, значит, ну, как бы не понимает, какое лечение ему прописывать, понимаете? Получается, что такие, как Шмульский, без симптомов, у нас в примарии оказалось еще 37 человек. Вы понимаете, это ЧП не бельского масштаба, это ЧП национального масштаба.